4 месяца нет холодной воды. Она не может по таким трубам, значит, зимой функционировать. То есть надо как-то ее убирать. Во всех наших подъездах электрика никуда не убрана. Значит, дома очень старые. Дом действительно проблемный. Очень много исков в суд. Иски наши жильцы выигрывают. Бесспорные, поскольку иски, протечки из-за того, что снег не убирается с крыш вовремя, и другие проблемы.